Глаз-то должно быть жизнь. Эй, Маша, у меня для тебя есть даже серебро есть. Есть оно есть. Только вот добывать. Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать исключение. Кроме того, редко выпадает возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги. Самим Джанго Фреттом. И зачем славному Джанго Фретту понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гросбор? Ты на них охотишься? Да, порядочные гниды. Их трое. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Их легко узнать по желтым шляпам. Едва их завидев, люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает, эти трое и дома поджигать любят. Нет, я их не встречал. Если встретишь, будь осторожен. Они могут всадить нож в живот вместо «здравствуйте». Не думаю, что они станут связываться с ведьмаком. С них станется. Но ничего, я скоро отправляюсь на юг, там я их еще не искал. Бывай, может, еще свидимся. Оу! Здесь стоит осмотреться. Снова мы встретились. Ну так как, не передумал? Поохотимся вместе на братьев Гросбор. Для тебя это будут легкие деньги. Ладно, поищем их вместе. Отлично. Тогда идем. Я напал на их след, они должны быть где-то недалеко. Неплохо у нас получилось. Может, поработаем вместе? Мне кажется, у тебя талант к такой работе. Одного раза хватит. Будь здоров. Сколько же добычи? Без лодки не обойтись.